Всем привет! Это я. Мы в лесу. Вот. Мы нарвали, вот не нарвали, напилили веточек моим козочкам. Вот у нас лес тут за деревней. Вот уже деревня наша. Вот. Идем домой. Ну, я. У нас вот такая вот погода сегодня пасмурная. Тучки вот стоят. Я что сейчас сделаю? Я здесь, значит, вот прикапывала кусты вот эти вот от черной смородины. Вот. И вот один кустик я уже выкопала. Вот я его хочу посадить. Вот такие вот корешки вот хорошие. Вот. Вот это за одно лето. Дал вот такие корешки. Я прошлый год присыпала, веточку положила. Вот эту старую ветку положила, присыпала. Вот я ее сейчас здесь обрубила. У меня вот еще здесь вот раз, два, здесь три кустика, наверное, будет. Вот. Всем привет. У нас сегодня хорошая погода. Вот такое солнышко. Хорошее солнышко. Ну, во вторник обещают ночью -2. Мы хотели сегодня поднять виноградник. Но этого делать не будем. Я что хочу? Обрезать розочку. Вот моя розочка после зимы. Вот я ее сейчас открыла. Морозы вроде такие прошли. И хочу вот ее немножко обрезать. Вот тут сухие веточки. Вот, а вот дети вообще вымерзли. Вот они были не укрыты сначала. Ну вот веточка, смотрите, вот я обрезала, она зелененькая, но тут почек нету, я ее вырезала. А здесь вот на них, на этой веточке, вот есть зелененькие вот. Я, наверное, ее пока вырезать не буду. Вот где нету, я вот отрежу. Вот. А вот так вырезать я ее не буду. А вот на этой веточке ничего нет. Она, наверное, замерзла. Поэтому я ее вырежу вот здесь. Вот. А здесь совершенно нету на ней ничего. Вот здесь вот на кончиках немножко есть. Ну, не знаю, что-то. Вот, ну вот я срезала хороший кончик, нормальный. Так, в общем, я ее теперь замазывать буду. Вот, потом вот эту веточку я тоже срежу вот здесь. У меня садового вара нету. Вот такое состояние у моей розочки. Я весной скоро вытащу другую розочку свою. Посажу ее, но еще рано, я сейчас пока не буду трогать. Вот. Ну вот как-то так. Я вырезаю просто сухие веточки, где ничего нету. Здесь вот высохла, пошла вроде и высохла. Здесь тоже ничего нету. Я ее обрежу. Здесь тоже ничего нету. Я смотрю, где нету ничего, я их обрезаю. Вот так вот. Здесь тоже сухая. Вот. Вот эта темненькая веточка, но на ней есть. Ну, она живая. Видно по ней. Вот. На следующий год я ее хорошенько укрою. Пленкой буду укрывать. Потому что в этом году половина пленкой не укрыла. Она, конечно, перезимовала, но не, конечно, хотела бы, чтобы она полу
целая ветка большая. Вот я ее вырезала, она вон замерзла. Очень-очень жалко, конечно, что она вымерзла. Ну все, я больше вот не буду ее трогать. Вот она у меня в таком состоянии, моя розочка. Вот. Вот такую ветку вот я вырезала. Очень-очень, конечно, жалко. Вот такая хорошая, большая веточка. На следующий год я всю укрою хорошенько пленкой. Вот. Потом вот малину. Вот здесь вот я малину, вот видите, всю вырезала, старые ветки. И вон немножко кусочка остался, помешал снег. Выпал снег, прям зима настоящая. Я что хочу еще показать. У меня вот здесь груша, один год у меня ее съели. Я не знаю, кто, то ли козы, то ли мыши зимой. Ну, в общем, после зимы, когда она из-под снега вышла, и у нее, в общем, вот половина ствола, кора была, даже не половина, а часть какая-то, была кора. Я вот, а здесь все-все-все съедено было. И я сделала прививку мостиком. Ее же я обрезала ветку, с дерева и привила мостиком. Вот здесь я сделала прививку мостиком. И вот прошлый год, вот она, видите, я весной в прошлом году это делала. Вот эту вырезать, наверное, надо веточку. Вот, и в общем, и вот у меня вот так вот привилась груша. Вот я ее привила, вот я ее спасла. И вот она у меня вот в таком вот виде. Вот прошлый год я так не хотела прыскать, вот это яд применять. И что, это вот была моя ошибка. Я ни яблони не попрыскала, ничего. И у меня, видите, что? Все вот это все загубилось. Веточки нет. Сейчас надо ее тоже, наверное, обрезать. Вон, видите, что? Надо вовремя всегда прыскать деревья. Вот я их не попрыскала. И все, и я их загубила. Сама же загубила. Так. Вот это все надо вырезать, наверное. Может, они подмерзли? Да нет, живые. Чем замазать их потом? Нет, она не живая. Я не знаю, может быть, она померзла. Смотрите, концы какие. Может, они подмерзли, эти веточки. Я не знаю, так должно быть, нет? Вот эти веточки мне не нравятся. Я эти концы... Я их срежу. А здесь хорошие, вот. Вовремя я не прыскала и загубила сама дерево. Как появляется тля, надо всегда вовремя прыскать. Вот. Так вот. Вот моя груша. Вот тут тоже вон. Непонятно что. В общем, ну вот я ее окромсала, как могла. Я хотела показать вам прививочку, которую я сделала. Вот, ну, в общем, вот так я спасла. Вот она еще раз показываю. Прививочка мостиком. Я сама делала. Ну, вот она у меня пошла, ничего, нормально прижилась. Вот. Еще раз всем привет. Вот я хочу показать свою рассаду. Но здесь так отсвечивает. Вот это мои баклажанчики. Вот такие вот они уже большие. Это баклажаны у меня. Это у меня перец дальше идет. Здесь у меня горький перец. Здесь у меня... Это как ее?
Ой, забыла. Ну, в общем, вот перчик уже у меня цветет. Вот, не знаю, как бы показать. Вот так вот у меня. Вот такие вот у меня уже. Баклажаны тоже уже стараются цвести. Вот. Это у меня петунья, что осталось. Остальное всю кот потоптал. Я уже посадила ее в горшочек. Вот. Вот такая вот у меня петунья. Я ее прищипнула вот здесь макушечки, чтобы она из пазухов листьев побольше, чтобы она попушистее была. Вот. Сейчас покажу еще раз. Ну вот прям смотрите, прям ужасно. Не покажешь. Прям не знаешь, с какого угла подойти. Вот так, что ли. Вот у меня вот такие баклажанчики. Где-то тут вот цветочек будет. Я вот этот забыла, не полила, мимо прошла. Где-то я, вон уже у меня бутончик. Вот он, бутончик. Вот такие вот у меня баклажанчики. Вот большие вот такие перцы уже. Рассада. Ну вот это у меня табак в ящике. Вот тут немножечко перчика у меня осталось горького. А помидоры у меня вот какие. Вот здесь два такие, это высокорослые. Я что сделала, обрезала. Сейчас покажу. Вчера все помидорки переваливала из бумажных стаканчиков вот в эти баклажки. Потому что смотрю, они у меня что-то желтеют, совсем захерели. В общем, стали такие тоненькие, плохие, не проливаются совершенно они в бумажных стаканчиках. И, в общем, я вчера делала перевалку. Я все вот эти помидорки, все их вот засунула в стаканчики из-под баклажек. Вот такие они у меня не очень-то хорошие, но я думаю, еще за месяц они отойдут и, в общем, будут хорошими. Ну, будем надеяться. Вот стаканчики, которые я все вот порвала. Все вот, вот они все. Больше я их покупать не буду. Рассада в них очень плохая. Вот еще мои баклажанчики тут стоят. И помидоры, которые я, они у меня вытянулись очень сильно. Это высокорослые. Я их обломала и поставила в банку. Вот. Вот они у меня корешки дали. Вот корни. В этой банке тоже корни. Вот. Корни большие. Не знаю, посмотрим, может, куда-то как-то, может, какие-то мешки попробую, да, ведра. Ну, в общем, посмотрим, что-нибудь придумаем. Вот у меня стоят вот так помидоры. Я их просто обломала и поставила. Вот здесь у меня цветы. К солнышку тянутся. Вот азалия, которую я купила к Пасхе. Цветет и пахнет. Интересно, она пахнет? Да, запах есть. Вот, вот она вся вот такая цветущая. Я ее поставила на кухне. У нас здесь прохладно. Я начиталась, что она должна в прохладном месте стоять. Но пока она у меня здесь стоит. Чтобы она у меня не завяла, не испортилась, не высохла. Ну, в общем, я ее пока держу здесь. Вот такие вот у нас красивые яички сегодня получились. Вот. Попробовали мы кулич, который я купила. Мне понравился. Моим мужчинам нет. Говорят, что домашний вкуснее. Вот на очереди у нас вот этот куличик.